Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Просвещения. Смотрите, какие новиночки у нас в новом году. Бутылка-шейкер с двумя контейнерами. Я так понимаю, вот эти контейнеры внизу, они, наверное, снимаются. Одной рукой неудобно. Сейчас... Один контейнер вот с такой насадкой, а другой с такой. И очень легко соединяются между собой. Емкость объемом 330 мл мерной шкалой. Внутри крышка-таблетница, контейнер объемом 120 мл. И контейнер объемом 80 мл. И шарик. Шейкер для приготовления спортивных напитков. Еще есть голубого цвета. Только почему-то уже где-то кто-то снял уже один контейнер. И такого прозрачного. За 149 рублей. Кружка с трубочкой 480 мл. Смотрите, конек, звезда, просто звезды. За 77 рублей. Эти за 99. Очень красивые подносы, маленькие, 32 на 30, на 23 сантиметра, за 51 рубль. С вишенками, такие ручки красивые, ажурные. А вот какой яркий, красивый. Лимон и розы. И такой вот на вид качественный прям пластик, блестящий, красивый. Я уже сказала, 51 рубль. Прямоугольные контейнеры. Маленькие-прималенькие. 0,2 литра. И есть побольше, 0,35. Вот, чуть больше. В сравнении с большими контейнерами, они прям, смотрите, маленькие. 0,2 литра стоит 18,30, а 0,35 – 25,50. Еще новинка. Контейнер со сливным отверстием 700 мл за 55 рублей. Сливной контейнер поможет удалить излишнюю воду и сохранить свежесть продуктов дольше. Идеально подходит для хранения томатов, черри, моцареллы, ягод, зелени, чеснока или имбиря. Винтовая крышка. И вот такой он внутри. Поставил все стекло. Маленький, аккуратненький. Красота. Стоимость такого контейнера 55 рублей. Я уже, по-моему, сказала. Органайзер для мусора. Смотрите, какая прелесть. Подвесной на дверцу. Ну, для легких, я так думаю. А то дверца отвиснет. За 77 рублей. 9,5 на 31 и 17,5 сантиметров. Набор контейнеров. Два контейнера. 2 литра и 3,5. Сейчас посмотрим. Такая крышка на ощупь очень-очень даже приятная. Смотрите, а там еще один. Интересно. 149 рублей. И сам контейнер, он такой не пластиковый, а больше капроновый. Неплохие контейнеры. За 149. Еще и с розовыми крышками.
салатник с ручками 2,5 литра за 199. Такой 1 литр за 99. Салатники с ручками никогда не видела. Больше похоже на какую-то супницу или на что-то, но только не на салатник. Я даже не заметила, что у него, смотрите, есть край какой. Даже не могу понять, как вам показать. В общем, здесь он прямой, а здесь скосы. И только на одной стороне. Видите? Идет так, так и скос. А с обратной стороны просто круглая. Набор форм с крышками. 10 штук. Какая прелесть. Приготовил, выкинул. За 77 рублей. Идеально подходит для приготовления порционных кексов, запеканок, жульенов, мяса, рагу и многого другого. Чашка 380 миллилитров. Фарфор за 77. Стакан с трубочкой. Конца края нет этим стаканчиком. Всякие разные. Каких только уже нет. За 55 рублей 400 миллилитров. Крышки разные. Стекло. Нож. 9 сантиметров лезвия. Универсальный. За 149 рублей. На вид металл полностью идет по ручке. Мне кажется, очень хороший. И размер очень хороший. Состав: нержавеющая сталь и полиоксиметилен. И такие маленькие опять появились. Я как-то брала в каком-то году, в прошлом или позапрошлом. 16 сантиметров. Нож для чистки овощей. Он у меня быстро из строя вышел. Игровой набор ракеты. От 3 лет. Запускай ракету в воздух высоко-высоко. Зажми курок пистолета и стреляй. В нашем магазине 2 цвета. Автомобиль для куклы. Для пупса или для не знаю кого. За 199. Машина для куклы со светом. Разных цветов. Так, чуть не уронилось все здесь. Разных цветов. Вот такой кабриолет. Туалетный столик. Игрушка для кукол. Дизайнерский туалетный столик для стильных кукол. Ассортимент украшений в комплект не входит. От 3 лет. ДАВ. Невидимый антипреспирант 150 миллилитров 149 рублей. Триксона за 99 и Леди Спицы за 99. Спрей парфюм 100 миллилитров за 199 рублей. И антипреспирант Рексона мужской 150 миллилитров за 99 рублей. Трусики спорт, трусы женские. Состав 95 хлопок, 5 эластан. Смотрится очень даже хорошо. Хлопчатобумажные.
Цвета разные. Есть серенькие, черненькие и синенькие. За 77 рублей. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!